Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна, и я всех рада видеть у себя на канале. Сегодня у меня на обзоре, на распаковочке 4 посылочки. Девочки, ну что, приступим? Так, девочки, сразу сделаю предупреждение вам, то, что запасайтесь чаечком, кому интересно. Посылочки всего лишь 4, но там одни пластиночки, девочки. Пакетик был в пупырку. И здесь еще вот в такой пакетик было упаковано. И здесь, девочки, вот такая вот пластиночка от Николь Дари 136. У многих она уже есть, эта пластиночка. Сегодня у нас еще светло, я решила пока что без лампы свои не включать. Смотрите, какие классные. Все отсвечивает. Прошу прощения. Давайте следующее. Следующий у нас пакетик тоже в пупырку. И здесь, девочки... Ой, голос что-то сел опять. Здесь у нас 3 пластиночки. Пластиночки от Пикаю. Да что ты открыть-то, блин. Так, вот такая. 0,27. Тут вот горы, вот смотрите. Живности, деревья. Интересная, кстати, пластиночка. Дельфинчики. Так, надеюсь, вам видно было все, а то, блин, все отсвечивает. Надо попробовать, может, лампу включить, может, не так будет. Давайте следующую смотреть. Следующая, девочки, вот такая. Животный принц здесь. Вот, интересная. В конце видео, в конце распаковочки, естественно, у нас будет тестирование этих пластиночек. Следующая вот такая квадратненькая. Девочки, сейчас одевала перчатки перед тем, как снимать видео, и уже одну перчатку сразу порвала. Так, вот такая, так, номер покажу вам. Такая бабочки многослойные. Тоже интересная. Моль. Даже моль есть. Так, давайте следующую. Следующий тоже пакетик в пупырку. И у нас тут получается в конвертике от Beauty Big Bang. XL 0,92. Так, девочки, нет, правильно я вам показываю. Так, фокус. Вот, смотрите. Такие мелкие цветочки. Вот это тут классный. Да, мне кажется, вообще вот этот тоже, если всмотреться, все листики вот. Интересные рисунки. Конвертики мне не нужны. Уже мы будем выкидывать. И последний у нас на распаковочке. Здесь, девочки, тоже пластиночки. Пакетик тут у нас был в пупырочку. Здесь получается, продавец не доложил 4 штучки. Спор открылся. Написала, прочитала, срок защиты закончен был. И я открыла спор. И получается, мне вернули за все. Продавец мне положил сюда 4 пластиночки. Вот. И мне за все вот это вернули деньги. Многие девочки уже заказывали вот это вот. Когда, знаете, вот эту пластинку, я сейчас скажу вам, я одну пластинку заказывала за 23 или за 24 рубля. Вы представляете, как дешево было? Вот, и я заказывала их, девочки, по 2 штучки. Давайте приступим. Или 0... Вот, одинаково, нет, не одинаковые, девочки, 56, 65. Сейчас я пытаюсь найду одинаковые, чтобы были. Они, наверное, тут внизу. Так, 56. Давайте начнем вот. По 2 одинаковых.
Почему по две одинаковых, девочки, я заказала? Заказала для розыгрыша. Не знаю, когда он у меня будет. Это L065. Такая, девочки, такая у меня уже есть, мультяшная. Я делала дочери маникюр с Эльзой. Снежинки отсюда тоже брала зимой. Такая у меня есть пластиночка. Ссылка на этот товар сгорела, на эти пластиночки, потому что, мне кажется, продавец распродавал у себя в магазине все. Я пожалела то, что я не полазила у него в магазине, не купила еще чего-нибудь. Вторая, девочки, тоже такая же. Мы ее оставим. Нет, не ту взяла. Да что-то я путаю. 56-ю я взяла, а мне надо 65-ю. Вот. Вторая такая же. Я ее оставлю в конвертике. Будет у меня в конвертике. Это на розыгрыш пойдет. Эту я, девочки, не знаю, тоже, наверное, оставлю. Ну, может, дочери отдам. Хотя у нас есть не одна такая пластиночка. Не знаю, что вот с этой. Пока что тоже полежит у меня в конверте. Следующая, номер L056. Это вот такие вот снежинки. Снежинки тут все разнообразные. Все, мне кажется, они все тут такие разные. И маленькие, и большие. Прошу, девочки, прощения за посторонние звуки, если ветер тут дует, потому что у меня включен кондиционер. У нас сегодня на улице очень жарко. Так, одну я конвертик выкидываю, а вторая, естественно, я вам покажу просто, что она такая же. Вот. Вторая такая же. Откладываем ее. Опять у меня голос садится. Так, давайте следующую смотреть. 32-я. Тоже две. И вот продавец мне положил 4 штучки. Получается тоже 2 пластинки в 2 экземплярах. L032. Это, девочки, вот такая день, можно сказать, день влюбленных, день Святого Валентина. Такой панда большой, даже на мой ноготочек. Такие прям, ну, нормальные рисуночки, девочки. Гравировка тоже вот чувствуется. Как и говорила, одно оставляю, конвертик выкидываю. Вторую вам показываю, то, что то же самое. Убираю ее. Следующая. 78-я. Вот такие вот текстуры разнообразные. Показываю вам вторую, тоже такая же. Убираю в конверт. Следующая, девочки, вот. 79-я. Такая у меня есть, помню, от Николь Дари такая есть. Но все равно разные у них рисунки, девочки. Вот. Я просто заказывала, помню, то, что все, которые были у него пластины, именно вот где я покупала, по 2 штучки. Показываю вам вторую. Вторая такая же. И последняя. L071. Это вот такая многослойная. Стемпинг деревьев, веточки, листочки, цветочки многослойные. Тут птички не многослойные. Такие мелкие-мелкие. Так. И показываем вторую. То, что вторая такая же. Ну что, девочки? Вот такая куча пластинок. Вот такая вот кучка пластинок. Что, приступим с вами к тестированию? Ну что, девочки, приступаем к тестированию. Первая у меня на тестировании вот такая пластиночка. Тестировать буду, как бы, давайте по 2 рисуночка и все, потому что видео вообще затянется. Давайте с вами возьмем, наверное, давайте розовый возьмем. И мне интересно, давайте вот так вот.
Даже не по два, а, блин, скребок, а по одному. Вот я сейчас, получается, хочу многослойный попробовать сделать. Может быть, цвета не подобрала, не те подобрала, можно сказать. Так, вот как отпечаталось. Так, давайте следующий здесь цвет возьмем темнее. Возьмем, давайте, синий цвет. Давайте синий цвет возьмем. Ну, вот это вот все и все. Так, за посторонние звуки прошу прощения. Тут у меня ребенок младший психует. Что-то они со сыном старшим не поделили. Два сына. Так, грязь тут получится. Я не вижу. Мне все отсвечивать, девочки. И я скосила. Но все равно, даже если вот скосила, девочки... Андрюш, отдай ему. Даже если скосила, вот смотрите, все равно классно. Ну ладно, давайте еще один рисуночек здесь попробуем. Быстренько, тоже многослойный. Давайте этими же цветами. Давайте вот эту бабочку попробуем. Так, так, так. Ой, девочки, вообще вот гравировка тут. Блин, вообще, девочки. Мне надо скребок другой найти. Мне надо тоненький скребок. У меня сейчас толстый скребок. А мне надо тоненький. Нет, вот смотрите, я скребаю, она все скребает с этим скребком. Вот. Так, девочки, протерла. Попробую сейчас еще раз. Нет, девочки, вообще никак. Есть! Вот смотрите, надо в эту сторону. Вот. Нет, тут я штампик не почистила. Так. Тоже с грязью отпечаталась. Ну, девочки, если я буду сейчас грязь убирать, у меня видео вообще затянется. Давайте вот это вот тоже. Не, давайте вот это возьмем. Попробуем. Скребок у меня тут сломался, вот такой тоненький. Сейчас, естественно, опять я все накосячу. Так, фокус не прыгает. Но вот так как-то. Девочки, пластинка рабочая. Давайте приступим к следующей пластинке. Так, девочки, приступаем к следующей пластинке. Вот такой. На все товары, которые ссылка осталась, я обязательно оставлю. На те пластинки, которые я говорила, я по дешевке брала, на них, конечно, я не смогу оставить, потому что ссылочка сгорела. Так, давайте, девочки, давайте вот этот вот. А, не, мне вот этот я заказывала. Вот из-за этого рисунка. Этого и этого рисунка я заказывала, девочки. Давайте мне вот этот вот рисунок тоже понравился. Я заказывала. Так, прошу прощения, что я буду крутить пластину. Я буду ее крутить так, как мне удобно, чтобы вам показать, как я снимаю, да? Для меня так удобнее. Девочки, смотрите, какая красота. Все отпечаталось, вообще классно. Так, давайте еще один рисуночек. Как я и говорила, по два рисуночка будем отпечатывать. Давайте. Ладно, те, которые не понравились, это понравились, не все буду. Вот эти еще попробую, вот этот. Чтобы видео не затягивалось. Вот. Голос у меня что-то периодически садится. Я стараюсь быстренько отпечатать, девочки, потому что, как я говорила, у меня тут включен кондиционер. Лак быстренько сохнет. Так, фокус не прыгает. Смотрите, как классно тоже. Пластинка рабочая. Мне понравилась. Давайте к следующей приступим пластинке. Так, следующая пластиночка. Девочки, вот номерок ее. Ай, не оторвалась. Ай,
не оторвалась. Так, давайте. Так, блин, не прыгай. У меня фокус. Ты прыгает, и я камеру трясу. Так, давайте, девочки, мы попробуем вот этот серенький. Вот. У меня там ребенок что-то сегодня гиперактивный. Наверное, погода так действует. За типсы прошу прощения, то, что они у меня такие, в таком состоянии. Я их вытираю также потом, когда протестирую, я их вытираю от этого лака. И что-то остается. Смотрите, как классно. Все видно. Так, давайте еще один рисуночек. Так, давайте еще рисуночек. А где? Давайте, девочки, вот так вот прям попробуем. Я сейчас, блин, жарко, девочки, дома. Если бы я сейчас включу кондиционер еще сильнее, то ветер прям сильно будет слышно вам в камеру. Посижу, потерплю, пока вам сниму видео. Так, давайте вот так я переверну. Так, типс возьму. Так, как что-то я тут кверх ногами вообще. Пока кручу, блин, верчу, тут уже все подсохнет. Так, девочки, вот. Отпечаталось все. Хорошо. Мне понравилось. Мне кажется, эта пластинка хорошая. Так, ну давайте, девочки, еще один рисунчик здесь отпечатаем и приступим тогда к следующему. Мне интересно, вот это вот как будет мелко отпечатываться. Вот это как будет отпечатываться. То дети на улице гуляли, а сейчас жара такая, даже на улицу не хотят. Потому что невыносимо там сегодня жарко у нас. Вот мой народ, холодно нам плохо, жарко нам плохо. Так, смотрите, все отпечаталось. Смотрите, как классно. Пластинка хорошая, все отпечаталось. Приступим к следующей пластинке. Ну что, девочки, приступаем к следующей пластиночке. Вот номер пластинки. Так, фокус опять у меня прыгает. Вот номер пластиночки. Да что-то не зацеплю никак. Так. И давайте, девочки. Так, типсы я не взяла. Так. Знаете, девочки, вот тут глаза разбегаются. Что попробовать, девочки? Вот прям сильно глаза разбегаются. Давайте вот. Я не буду тут никакой создавать композицию. Я просто, девочки, сейчас попробую на типсу отпечатать и все. Ой, гравировка, девочки, вообще шикарная. Ой, как классно, девочки. Пластинка вообще суперская. Я там, надеюсь, кадра не убежала, а может убежала. Птичку до конца не отпечатала. Пока я тут упечатала, печатала. Смотрите, как классно. Вообще печатает. Вообще классненько, девочки. Вот эту композицию какую-то создавать. Вот даже, вот знаете, вот это вот море. И на нем вот этих дельфинчиков. Вообще будет классно. Так, давайте следующее. Давайте вот этот попробуем. Так, естественно, вся она на типсу не помещается, так же, как она ноготочек, все, она не поместится, но отпечаталась, мне
и взялось, кстати, очень даже хорошо. Это мое личное мнение, не знаю, как вам. Пластинка вообще шикарная. Давайте еще, ладно, еще один рисуночек. Приступим к следующей пластинке. Давайте вот эти волны посмотрим, как будут смотреться. Надо было волны синим отпечатать. Так, и типсу я не успела взять, тут рядышком они у меня лежат. Девочки, я решила отпечатать эти волны и вот эти облака. Классно. Давайте приступим к следующей пластиночке. Ну что, девочки, следующая пластиночка у нас вот такая, номер ее. Не знаю, найдете вы на Алиэкспрессе или нет сейчас, в данный момент. Может, у других продавцов есть такая же, потому что, мне кажется, они все копируют от друг друга. Что чуть по-другому делают. Такая она многослойная. Ой, что бы здесь попробовать, девочки, что бы здесь попробовать? Многослойный я тоже не хочу печатать. Это, как я и говорила, очень долго, блин, получается. Ну, давайте попробуем. Веточка отпечаталась хорошо. Так. Давайте следующую возьмем. Блин, девочки, честно, я даже не знаю, как тут и печатать. Сейчас бы у меня лак потек. Стараюсь почистить без грязи в князи. Так, сикось-накось я все приклеила, не попала, как должно быть. И давайте, наверное, вот эти вот попробуем мелкие, прям мелкие-мелкие меня прям интересуют. Как будут браться и как будут отпечатываться, девочки. Тут я что-то закрутилась, то типсы потеряю, то скребочек свой потеряю. Девочки, отпечатывает. Так, фокус. Вот, отпечатывается. Классно. Так, ладно, давайте приступим к следующей пластинке. Пластинка эта шикарная, мне понравилась. Так, следующая пластиночка у нас вот такая. Так, девочки, а здесь, давайте возьмем желтый. Тестирую лаками для стемпинга, которыми, девочки, купила. И вообще они не стоят у меня бесхозные. Я ими не пользуюсь. Так, давайте смотреть. Опять я типсу не взяла, Аня, блин. Ой, желтым я вот этим золотым плохо видно. Хотя, девочки, нет, хорошо видно. Смотрите. Так, давайте следующий рисунок. Тоже давайте желтеньким возьмем. Мне вот эта звездочка понравилась. И сердечко там вон тоже красивое, девочки. Так, вот смотрите. Классно.
Ну что, девочки, больше не будем мучить эту пластинку. Видно, что пластинка рабочая. Давайте приступим к следующей пластинке. Так, девочки, следующая пластинка вот такая интересная. И тут у меня вот это вот сердечко, прям вот так вот оно прям нравится, девочки, вы не представляете. Ну, давайте его розовеньким попробуем отпечатать. Она тут, она полностью на типсу, естественно, не поместится. Давайте переверну. Ай, блин, девочки, какая красота. Посмотрите, правда красиво. И она все не помещается, девочки. Она только вот так вот, если отпечатывать. И если получается полностью сердечко отпечатать, только делить на два пальчика, два ноготочка. А так она вообще классная, девочки. В этом сердечке еще куча мелких сердечек. Вообще классно. Так, давайте следующую возьмем. Сразу Аня берет типсу в руки. Давайте вот эту надпись посмотрим, как будет смотреться. Так. Естественно, я уже подготовила эту типсу. Вот это вот, смотрите, она на ноготочек будет как бы узковата. Не по ширине, а по длине. А так вот классно, смотрите. Каждая вот прожилка, вот этот вот рисуночек отпечатался. Ну, девочки, давайте, наверное, еще какой-нибудь рисуночек здесь посмотрим. Вот. Так, девочки, вот все в глаза бросается. Давайте вот это вот сердечко. Вот это вот сердечко. Я сегодня такая спокойная. Девочки, наверное, ничего лишнего не ляпаю. Так, давайте, скажите, скучновато сегодня, Аня, снимаешь. И соседней девочке отпечатала половинка, вот то, что пазл. Вообще классно. Что, девочки, пластинка тоже вся интересная, смотрю, отпечатывается, гравировка хорошая. Давайте приступим к следующей пластинке. Так, следующая пластинка вот такая, девочки, такие снежинки. Вот знаете, она какая-то вся поцарапанная, девочки, вам видно, наверное, вот. Но мне кажется, на рисунки это не повлияет, тем более за такую-то цену, за какую я их брала, в пределах 30 рублей, это вообще смех. Так, давайте, девочки... Прям получается несколько возьмем. Сколько отпечатается на типсу, столько и отпечатается. Как говорится, Аня, не забывай типс в руки брать. Девочки, сейчас быстренько возьму, может, не успею. Успела. Девочки, я сразу два отпечатала. Две типсы отпечатала, смотрите. Снежинки шикарные. Вообще шикарные снежинки. Ну, давайте еще один угол какой-нибудь возьмем. Еще какой-нибудь уголочек возьмем. Как и говорила, наверное, до этого в каком-то видео тоже тестировала пластины. Как бы это мой совет, девочки, вытирайте сразу пластинки от лака, потому что где мелкая гравировка, даже меланированные губки плоховато залазят, оттирают. Так, девочки, здесь тоже пойдет на две типсы рисуночек. И половина моя, половина. Так,
Вот, девочки, что получилось. Классно вообще, вот снежинки вообще обалденно, девочки. Ну что, давайте приступим к следующей пластинке. Ну что, девочки, следующая пластинка у нас от Beauty Big Bang XL 092. Я видела уже у многих такую пластинку в распаковочке. И давайте мы тоже с вами посмотрим. Несколько рисуночков здесь отпечатаем. Так, типа сразу берем в руки. Давайте вот, которая мне в глаз падала. Наверное, здесь ирисы. В глаз так. Как он в глаз может упасть? Как он может в глаз упасть? Как вот в глаз может упасть? Да просто. Так. Смотрите, как отпечаталось, девочки. Классно. Так, давайте следующую возьмем. Также типсу надо в руки брать быстрее, быстрее, Аня. Ох, ой, правда, девочки, глаза у меня бегают. Ой, мне вот это вот нравится. А вот это тоже нравится. Не, ну интересно, девочки. Скажите интересные рисуночки. Так. Блин, я хотела на эту же типсу отпечатать, девочки. Какая Аня. С ума не сходи. Так, фокус не с сикой. То сикой, да сикает. Ох, засикал. Конечно, прыгает, девочки. Так, давайте еще. Давайте здесь вот в серединке возьмем. В серединке возьмем рисуночек. И отпечатаем. Ой, дети у меня дверью захлопали прям. Так. Сейчас сниму видео, буду их завлекать. Отвлекать, девочки. Чем-нибудь займемся сейчас. С детьми надо заниматься, чтобы они туда-сюда не ходили. Так, девочки, ну пластинка тоже шикарная. Давайте приступим к следующей пластинке. Так, девочки, следующая пластинка вот такая у нас. Текстурная. Больше напоминает такие маски мрамора. Так, ну давайте, наверное, синеньким возьмем. Синеньким. Так, мне интересно вот этот полый. Как будет интересно отпечатывать. Вот видите, я даже соскребаю много. Надо прям так гладить. Естественно, там видно, что я соскребала. Ох! Ну, это, девочки, конечно, полностью типсу закрывать и красить ноготь не надо. Так, давайте следующую вот так вот. Штампик я забыла почистить. Давайте любой возьмем, девочки. Без разницы. Это надо тестировать на выкрашенные уже типсы, чтобы было видно, как смотрится. А не так, как я на пустые. Ну, мне проще, девочки, на пустые. Я пачку себе новую достала. И на них тестирую. Когда испортятся совсем, тогда выкину. Вот, смотрите. И давайте еще один рисуночек. Вот и говорю, с детьми надо заниматься. Почему я сейчас мало в Ютубе сижу? Потому что дети, с детьми занимаешься, завлекаешь их чем-то. Стараешься. Типсу забыла. Вы, наверное, там уже утомились, кто со мной сидит до сих пор чаек пить. Уже не один, наверное, бокал чая выпили. Что-то я тоже хочу попить чайка. Еще с утра ничего не пила, не ела. Так, вот смотрите, классно. Ну что, девочки, сейчас вот эту всю грязь уберу и вернусь к вам. Ну что, девочки, вот у меня пополнилась коллекция пластиночек. Вот такие вот пластиночки. Не менее интересные все.
Смотрите, поближе решила вам показать. Вот такие, девочки, отпечатки у нас рисунки получились. Вот. Там вон дочь, видно, отсвечивает в пластинках. Сидит рядышком, присела, смотрит. И вот здесь, девочки, вот эта коллекция пластинок достанется кому-нибудь, когда я буду делать розыгрыш. Уже надо, девочки, пора сделать розыгрыш, но я еще пока что не знаю, как. Еще думаю, как, девочки. Да, девочки, доставка будет только в Россию. Вот такая вот у меня была сегодня распаковочка, обзорчик и тестирование в одном видео. Сразу, девочки, такие шикарные пластиночки, вообще за такие дешевые деньги, вообще за... Я урвала столько пластиночек, девочки, вообще классно. Надеюсь, вам мой видосик понравился. Ждите дальнейших видосиков. Я вам говорю, до скорых моих видосиков. Всем пока-пока!